Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Васокок, и добро пожаловать на мой канал. Вы спросите, где я сейчас нахожусь. А именно, я нахожусь в своем замке синего цвета, точно обого. В зеленом замке мой друг Полинка Малинка, и у нас сегодня будет битва замков. Именно, да, именно она. Надо будет по максимуму захватить, защитить свой замок, отхлопотать противника и спалить ему замок. Вот, короче, вот такое вот сегодня нас ждет развлечение. Вот. Ну что, заводовая? Ну, ладно, не хочу. Банки просто берем, просто халявничаем. Так вот, так вот. Так вот. Ага. Ага. Так, берем даже галку, потому что без нее никуда. И еды там немножко, так, всякого такого. Пока там мой друг закупает, набирает или рекламу по минимуму. Кстати, друг мой деревенский, она сохранение инвентарь. Почему? А зачем тебе? Когда тебя грохнули, вещи твои не пропали. Наоборот, стало. Так наоборот, так надо. Да. А что, разве не? Хера, если я просто зажигалку деревенскую. Зажигалка тебе дастся. Вообще! Ну что, за ВДБ? Как сегодня? Огромный вопрос. Ну, конечно, такие вот стрелки, которые поджигают. Ну все, держись, салам алейкум. Хана твоему замку по Перечинскому. Я поджигаю. Да что ты такой, вали отсюда? Я поджигаю твой Майнкрафт. Правильно, гори отсюда, гори. Кто такой, вали отсюда, ты мне дверь выбил. Твой дом почти загорел. Я не успею закупиться по минимуму. А ты знаешь, что у нас немножко быстренькая игра пошла? А я не знаю, о чем мы тут так быстро поспешили-то. Не знаю. Не повоевали, ничего. У меня инвентарь весь подох. Ты сгорел заживо. Я только зашла в твой дом, а тут все идеально. Быстрее свои ресурсы подбирать, пока этот мандюк деревенский. Да почему я так загорелся, вообще не понимаю. Нормально, полдом сгорело. Ну да, а ты что думала? Там ровненько, а все весело. Все, тебе сгорело. Я прямо люблю остаться. Ну а что ты хочешь? Где предметы не горят? Люк не горит. Ну да, ты что, не знал, что они не горят? Дверь не всегда горит. Ну там они не горели, и двери тоже не горят. Ну ладно. Я сама взяла Наполеон свой замок. Ну а теперь будет бой на мечах. На хуях не будет у нас. Хоть я стрелами замочил. Гори, гори. Чувак, ну. Гори, гори, ярче печь. Я уже даже галки нету. Что, Зубенко Михаил Петрович? Нет. Ой, стреляй, 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 давай, давай, давай. Подожди, где мой меч? А, Каменский. Афера, ты ко мне попадаешь, а я тебе не мог попасть. Потому что я сейчас принесу. А, точняк. Ага. Я их открыю. А у нас что, зачарованная мечина отталкивания? Нет, обычные мечи. А ты так отпрыгиваешь. Спокойно. А мне жрать не хочется. Что это за привидение на нам скакали деревенские? Блин, ты вонючка, ты мне ролик портишь. Андрей! Смотри! Крис, я грохнул.
Вонючка один пристал жительский. Я не подбираю, пожалуйста. Да ладно. А? Хочу на пит на плечах. Ну ладно, будет от пила. Как вы хотите? Тут еще и зомбари лазит. Не забыл кричишь, что не мирно. Надо было жрать. Жрать надо было. Жрать. А я не понял, что случилось с моим холодильником. Мы хотели кушать. Яйца твои хотели скушать. И на мне дверь. Как уже забидорожен. А, я понял, что это за пидор был. Такой, по ночам является Антон. Привидение. Ааа, вот эти... Что, хотели кушать? Гандоны штупаны, они меня бесят очень сильно. Он... Хотя я их не вижу. Да они в небе там летают. Ааа, вижу этого пиздюка. Да, они меня бесят, они такие... Подлетят такие наглые, укусывают тебя и летают, блин. Что, брони нет, да? А, забирай свою. Забирай свой металлолом. Да, там металлолом, конечно. Ой, ты такая добрая, а не только я. Я не понял, что здесь за холодильник? А что у тебя меч такой огромный? Обычный меч. Да не, нормальный. Ладно, не важно. Когда там что-то, я тебя там брохну, я у нас ролик... Потому что у нас ролик херовый выйдет, никто его смотреть такой ролик не будет. Ты в курсе? Я в курсе. Он у нас чересчур скучно получился. Эй, скучно-то. Мы вообще больше такой хата снимать не будем. Тупо посмотрел бы на тебя. А что там было? Ты просто тут такой, ходи такой, весь в этой штуке. Короче, не важно, ты бы тебя видел. А почему здесь одно зрение, то есть я нагорела? А я что, хотела кушать? Не знаю. Я чинченька. А вот какой-то. Где она? Ладно, не важно. Так, пощаться с друзьями. Кто на меня постоянно нападает? Он тот. Зубильчик. Михаил Петрович. Так вот. А ну давай зубенка. А сейчас кто нападает? Зубчастый. Разводилась здесь фантомов. Я их разводила. Сами вчера. Ты просто, что если долго не спать, то они сами, то они начинают появляться. Я знаю. Вот так вот. Надо было кровать поставить. И у нас надо было вечный день поставить. И поставить... Ой, я в него, по нему попал. Сейчас я его замочу. Ха, ну давай, 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 такой умничай. Ха-ха, он у тебя укусил. Ну и попозил. Я их вообще-то валил в выживание. Изи завалить. Ну давай. Ни меча нету. Не изи нехай завалить их. Ну я вот опять-таки покарманил все мои вещички, да? Да я вообще твои вещички не карманил. Ну, ладно. Они там остались валяться. Ищи их. Даже отошел. Может я качество штука и подобрался, но в основном ничего не подбирал. Ты что, хотел кушать? Ты хранить не покажу. Где он тут? Да, он тебя, он получается в тебя стреляется, а у меня не летит он. Да. Чем будет? Раз ты летающая, блядь. Где он? Я не по нему два раза попал, блин, стрелами, но по нему сложно попасть. Скажи, где он? А, вон, вижу. Она на меня летит сейчас. Ага, на тебя. Я его грохнул. Yeah! Мы победили этого дурачка. Ладно, давай прощаться уже с жителями этого канала. Давай, топ. Что? Ничего. Ну вот нет у меня никаких мечей, кроме моих. Да то, что ты пидор, Люка. Мы запакуй. Только меч убрал из инвентаря. Короче, друзья, всем спасибо за просмотр. Там, вот так вот, да. Вам всем удачи, вот вам, вон, к вам всем. Там. Я стреляю вас. И всем пока. Пока-пока. Видосик говно.
Да, не смотрите его. Я хочу музыку. Ничего уставлю. Ну, ставлю, ну, смысл не по этой музычке, не будет никакого. Наш видосик, то побегаем из этих мобов грабим. Она по мне уже стреляет. А, смотрите. Ладно, дорогие друзья. В принципе-то. Вот. Так вот. У нас... Так вот. Получился такой скучный видосик. Ага. Потому что мы не знали все видео, что делать так. Просто побегали друг на друга, понападали. По-быстрому спалили друг другу замки. От них остались одни ошметки. Погромили немного всяких мобов. Погнали за фантомом. Тому подобное. Короче. В любом случае, ставьте лайки. Даже если было скучно, мы ставим веселую музычку. Да, просто ставим веселую музычку и все. Так вот. Ставим веселую музычку. Веселая музычка. Ага. Ну и, в принципе, вот. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока. Салям алейкум, не забудь. Да, салям алейкум.